знаете, да, женщины строят отношения. Мужчины не учат строить отношения, учат, ну, воспитывают, к сожалению, совершенно другому их. Возможно, даже и правильно. Мальчики, да, достигают, побеждают, вот там соревнования, вот это все. Это для мальчиков. А девочек учат играть в куклы. Нас учат строить отношения. Но мы почему-то не умеем. И вот с этим сталкиваюсь, что поскольку семья не строит отношения разваливаются. Либо девушки, которые хотят выйти замуж, которые начинают, да, встречаться с мужчинами, не знают тоже, как построить отношения. Не знают, что говорить, как себя показать, с какой позиции подходить. В общем, ну, верно, вы знаете, если прочитал, там все расписано, да, то девочка, то взрослый, то наоборот все. Опять же, другие тренинги наши, которые там, например, там, папина дочка и прочее, там тоже об этом говорится, то женщина занимает некую позицию, потому что не могла. Но не могла, потому что, да, мы выросли в каких-то определенных семьях, может быть, достаточно деструктивных, дисфункциональных, и все оттуда несем. Сколько можно, да? Нужно бы оставить это все в детстве, оставить это все в прошлом и уже начать на опыте строить другие отношения. Но, к сожалению, не так все просто. Значит, чем мы обычно руководствуемся, когда мы приходим в эту жизнь? Кстати говоря, о мудрости. Мы, наверное, есть впечатление, что мудрой можно стать только в, там, в солидном возрасте. С тем же тоже столкнулась, работала в социальном доме. В Кронштадте 5 лет я отработала с бабушками, которые в социальном доме. Это временное проживание, это не постоянное, это не дом престарелых. Значит, они тут за свою пенсию, за 75% от пенсии, они там приходят, у них там есть отделение такого, ну, как детский садик, дневной такой, утром приходят, едят там, занимаются, уходят. И есть те, кто там постоянно живут, есть те, кто на месяц приходит. Вот по-разному, три программы, во всех трех группах я вела группы свои. И я вообще, конечно, удивлялась тем, что я сталкиваюсь с женщинами 75 лет, 80 лет. Вот те, кто 90 за 80, те уже мудрые, конечно. Понимаете, чтобы дожить до этого возраста, надо определенная какая-то житейская мудрость, у них какая-то такая вот есть жилка уже. А вот эти, которые, например, там от 55 были, там были женщины 57 лет, 58, они тоже там. Там очень хорошо, кстати говоря, там спортивные занятия всякие есть, и вот психологи работают целой бригадой. Мало там местной была бригада, и отсюда есть такие. Я еще участвовала в этом. И вот я им задаю вопрос, он говорит, какие вопросы задаете, мы никогда на эту тему не думали. Вот женщина живет и никогда не думает о том, как она живет, кто она, как она воспринимает мир. То есть мудрость не наступает с возрастом. И я с этим столкнулась, думаю, надо же, как интересно. Понятно, что я тоже не родилась с вами мудрой, и я не родилась от мудрых предков. Возможно, моя там бабушка какая-нибудь была очень мудрая. Но одну бабушку я не видела, которая в войну еще погибла, а вторую бабушку я застала, которая была, в общем, достаточно жесткой. В этом, возможно, не было тоже особой мудрости. Что быть жесткой и неудобной – это тоже не мудро, не мудрая позиция. Как я приобрела свою мудрость? Ну, пройдя определенные этапы, вообще, конечно, мудрость приобретается, когда ты именно преодолел, именно опыт приобрел, и этот опыт, так скажем, в себе переоценил, понял, что тебе это дало, и тогда двинулся вперед. То есть вот эта работа 20 лет над собой как раз и дала вот это ощущение мудрости. Почему? У меня три брака. И вообще 35 лет замужем, да, 20, 10 и 5. И вот именно в этом, в третьем браке, я поняла, что такое мудрость. Потому что появился здоровый мужчина в моей жизни, который стал мне показывать, где я не права-то. Где я не женскую позицию занимаю, не ту, которая нужна мужчине рядом с ним. И вот я, тут мне пришлось подстраиваться, что называется, да? На шестом десятке мне пришлось подстраиваться вот к, там, к той нормальной женской позиции. А учили-то всему другому. Вы вообще помните, как нас учили в школе или там в семье быть девочкой? Кто-нибудь помнит, что вот вам говорили, что вот девочка отличается от мальчика, и она вот она такая, он такой. Девочкам нельзя драться, там запреты ставили. Драться нельзя, еще что? По заборам лазить. Громкой быть, то есть орать нельзя. Смеяться громко нельзя. Надо быть аккуратной, раз ты девочка. Значит, как уметь готовить, еще что надо девочки уметь? Шить, вязать, убираться. Уборки. Убираться, домашний уют создавать, дружить с девочками и ориентироваться только на себя. То есть, получается, девочка выживает вообще. Она умеет готовить, зарабатывать деньги, убирать, быть аккуратной, на себя надеяться. И, в принципе, мальчик не нужен. Все, кроме бесполезного, все девочкам. Да.
Получается, а что, мужчина, какая его позиция, да? И что он может дать тогда мне в этой жизни? И для чего он нужен вообще? Для любви. Для любви, чтобы было кого любить. Тогда женщина обычно думает, ну ладно, детей заведу. И ведь очень много таких позиций, когда женщина заводит детей без мужа и воспитывает без мужа. Ну, а история послевоенного времени, вы понимаете, да? Там наоборот было все это. Очень даже приветствовалось. Ой, женщина будет только производить потомство, даже если этого мужа она не приобрела. И все это не так хорошо. Понимаете, да, это все обделенность, потому что мы становимся целыми все-таки, когда соединяемся в паре. Вот целостная личность, что мы с вами, наверное, все слышали, ну, поскольку вы интересуетесь психологией, ясно, что вы где-то читали, то целыми мы становимся именно в паре. Как мужчина становится целым, приобретая вот эту половинку. Мужчина, кстати говоря, интуитивно это очень хорошо чувствует. Вот у них прямо внутри такой, знаете, сигнальчик. Если он только без женщины, он сразу начинает поиск. Почему я об этом говорю? У меня была женщина, как самодостаточно, у них никаких зависимостей в семье. И вдруг и брак пришел к такому, ну, как бы, вроде как к этапу, что надо бы что-то решать. То ли разбегаться, то ли остаться вместе. И она говорит, ну давай на неделю так вот разойдемся чуть-чуть. Я там уеду в командировку, ты здесь останешься, и мы подумаем. Неделю подумаем. Она говорит, я приехала через неделю, у нее уже другая женщина. Она говорит, как? Мы жили душа в душу, вообще вот только поговорили, что называется. Я говорю, мы ждали сигнал, что, возможно, через неделю вы приедете и скажете, я подумала, и мы решили. И он быстренько нашел другую женщину, интуитивно. Он не выживает без женщины, он находит женщину и с ней начинает строить отношения. Ну, либо у него есть мама, либо у него есть старшая сестра, но кто-то у него обязательно есть. У тебя старые пластики, которые живут отдельно, да, и не строят брак. Обычно они с мамой там. С бабушкой, мамой, со старшей сестрой, что-нибудь такое. Ну и бывает, плавно дочери появляются, ну тогда на дочку все внимание, от дочки это все получает. Женщина, вот мы уже сделали вывод, она выживает вроде как и одна, но на самом деле это выживание. Вот это самой себе зарабатывать, самой детей растить и самой за все отвечать, это такое выживание. И на наши вот эти тонкие плечи ложится слишком много ответственности. Не получается целостности. Вот целой мы становимся, когда рядом с мужчиной. Поскольку мы уже теперь начитали столько книжек Марса и Венеры и прочего всего, значит, есть мужская логика и мужская линия поведения, и женская логика. И при сочетании этих двух логик вот возникает именно та суть вопроса, которая может быть для пары. Я не говорю, что в школе женской мудрости я обязательно учу быть в паре. Это не факт. Ко мне приходили женщины, которые не собирались, например, строить какие-то серьезные отношения в ближайшее время, или наоборот, у них уже строятся, ну, есть отношения, которые, ну, немножко они хотели подкорректировать, может быть, но скорее собственную позицию в этих отношениях. Не партнера менять или там менять отношения, а именно собственная женская позиция. Чтобы эту мудрость не к 80 годам, дай бог, дожить, приобрести, а именно ее приобрести раньше и ее уже использовать. Потому что мудрые женщины были, но они были, правда, до революции. Это я вам знаю и скажу, потому что я расстановщик. Вот в расстановку я стою до революции за кого-нибудь, и там природная мудрость, и природная такая жилка житейская, и вот там уже есть. То есть девочек правильно растили. Девочек растили как девочек, вере в Бога, ну да, понимание, что высшие силы, понимание себя, своей роли в этой жизни, и катаклизмов таких серьезных не было, не разрушены институт семьи, все выходили замуж, все вовремя. Вот, например, моя бабушка, которая в войне отечественной умерла. Она никогда не работала, вообще не работала. То есть она как родилась в позапрошлом веке, дальше ее первый раз выдали замуж, у нее там дети от первого брака, второй раз выдали замуж дети от второго брака, и третий раз выдали замуж. И вот у нее плавно замужество, но, к сожалению, потом война и все эти катаклизмы. Ну, зато дети выросли, и дети вот тоже все создали семью, и все есть, у всех есть тоже потомство. Это вот такая здоровая схема семейная. Но это не только мои, у вас, если брать историю ваших семей, тоже там есть. Значит, что я вам предлагаю делать, если есть бумажечки? Значит, повернуться в паре, если есть пара, да, найти себе парочку. И друг другу обсудить такой вопрос. Что от вас ожидали родители, воспитатели? У всех есть листочки, кому может быть. У всех есть листочки. Есть. Да. И прямо вот от каждой парочки вашей сегодняшней, да, от вашего разговора, запишите это на бумажку. Общие моменты. Вы можете друг другу задать вопросы, вы можете друг другу рассказать, что от вас ожидали ваши родители, как от девочек. Вот сегодня уже кое-что, да, вспомнили, да, что можно девочке, что нельзя. Что еще? Что девочка должна, что не должна? Как вас воспитывали, как вас готовили быть девочкой?
говорите в паре, вам легче вспоминать. То один что-то вспомнил, то второй что-то вспомнил. Анечка, пересядьте, обсудите это дело. Значит, если у нас есть мужчины, вспоминаем, что как мальчика росли. Что ожидали от мальчика? Какая должна быть женщина, когда вырастет? А мы записываем ее, а она мое издание? Нет, вы в общем, делаете общую классику. Вы вырабатываете что-то общее. Закончили, да? Что у вас вышло в вашей паре? Ага. У всех. Учиться. Вот и свет уже. Хорошо, именно. Хорошо. А, чтобы стать хорошим специалистом, логично вытекает. Специалист. Ага, сюда же плюс образование. Ага, должна деньги зарабатывать. И стать независимой. Как вы? Стать независимой. Так. Хорошо вести себя тоже. Хорошо вести себя. Я хочу все эти. Порядок. Уметь все это еще шить, вязать. Так. А, вот еще что, хотел про секс. Что секс это грязно, опасно, да. Честный, не курящий. Учитель. Ну, не пьющий, естественно, да? Без любых химических зависимостей и других. А бабушка говорила, что надо верить в Бога. Вот, верить в Бога. А кого-то наоборот учили. А мне Евангелие не считаю. То есть это говорит, что верить надо, да? Ну, может, я тоже очень. Вот тут уже у нас с вами противоречия, верить и не верить. У кого еще какие вот в парах есть? Не гулять допоздна. Это к опасности. Не гулять, не бегать за мальчишками. В безопасности, не в короткой юбке, где темно, не садиться в машину, не брать чужие, все другое так, не идти куда позовут. Еще. А, да, не красть. Ну вот тут честность уже была, не красть. Хорошо. Много из этого подойдет и мальчику, да? Не красть, не врать там, быть честным. Следить за собой. Следить, вот это аккуратность, да? Чистоплотность. Чистоплотность. О, косметикой не пользоваться, супер. Все время работать. Да. Все время работать. Либо уроки учить, либо порядок, полы вести. Да. Не быть бездельником. И потом, с раннего возраста. Рано вставать. Это как в песне поется. Вот мы с вами информацию ведь берем не только да, от родителей, еще из средств массовой информации, из песен, из творчества, из книг и там. Только ты рано вставай. Так, рано вставать. Скромно себя вести. Ага, быть скромной. Есть еще у кого-нибудь в парах какие-то еще добавки сюда? Ну да, вот это где за мальчишками не бегать и не пытаться им понравиться. Не привлекать внимание мальчиков. Ага. Это к скромности, да? Не хвастаться. Не хвастаться, не говорите хорошо, пусть другие похвалят. Это все вопрос безопасности, да? С мальчишками не бегать и вот думать.
думать о мужчинах плохо. Да? Да. 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 Супер. И потом хотят, да, чтобы у нас все хорошо сложилось, да? Вот такие вот страшные ожидания. Хотят, чтобы в отношения вошли легко, свободно и были в паре очень гармоничны. Хотя вот это остается. Смотрите, мы здесь все сидящие, да, нам 18 лет, а вот это все в голове. И у многих и сейчас и брак у вас есть, или отношения уже явно были, а вот это все равно все в голове. Насколько вот эти родительские посылы, они попадают глубоко-глубоко, прямо в древний мозг. И остаются там. И кто сейчас слушает, родители очень, ну, им подчиняется, так скажем, то это так и тоже. Как мама сказала, так сразу брат пошел так делать, как, или там папа, может быть, очень значимая личность. Значит, откуда получаем информацию о том, какой надо быть женщиной? От родителей, от воспитателей. Бывает тренер по какой-нибудь гимнастике художественной или там в другой секции, тоже наговорил всего, и я следую. Я помню, что мы вот по химике отрабатывали, одна женщина могла иметь детей, и мы исследовали, и вышло так, что у нее тренер по гимнастике, она не имела сама детей, она очень следила за своей фигурой и прочее, не дай бог чего. И она всем своим девочкам, всем подопечным, не надо, замуж выходить не надо, детей иметь не надо. Все, у них это вот заложилось. Они же много тренируются. Замечательно. Откуда еще мы берем информацию, кроме от родителей, воспитателей, тренеров? Подружки наши, уже наши, подружки нашего возраста, ну, может быть, у кого-то постарше. Значит, книжки, песни, фильмы. Вроде как и умные книжки, но у них что во всех книжках? Страдания и проблемы. Вы чувствуете, да? Какой песни не возьми, редкая песня о счастье. Все что-нибудь о проблеме. Какую книгу не возьми, вот даже эти книги я сегодня показала, все от проблемы и как ее решать. То есть изначально планируется проблема. Изначально она тебе дается на, а потом ты ее преодолеваешь. То есть такой посыл, без проблемы никак. Может быть, да, с новой мудростью преодолеть проблему. Что же так-то? Почему не другим путем? Потому что ведь родились девочками. Беленькие, там, черненькие, светленькие, хорошенькие, душа светлая, глазки ее блестят. И вдруг бац, вот это, и в этом живем, как в клетке. Вот это все долженствование, это все клетка. Ну, к сожалению, наших предков не о чем винить, потому что они сами в клетке в этой прожили всю жизнь. И нам наследство, на, я выжила, и ты выживешь, и все нормально, и все будет хорошо. Но вот это все нам мешает. Это уже поняли. Уже посмеялись, уже поняли, что все мешает. Если брать архетип. Архетипы какие у нас внутри, да? Вот древняя женщина, она что делала? Она сидела в пещере, сохраняла огонь, воспитывала детей. И вот этот уют в пещере, возможно, да, безопасность, то, что внутри дома, зависело от нее. А мужская роль была какая? Добыча. И нести все в дом. То есть, кроме на нас навешали ожидания, у нас с вами... Есть ожидание, что мужчина – это тот, который добытчик, тот, который несет все в дом, тот, который все обеспечит и все проблемы решит. И все женщины думают о принце на белом коне. У меня тут одно из последних открытий. Думаю, почему на коне? Лошадиная сила должна быть. Четыре ноги, вот это вот ночь, чтобы вытянуть все эти проблемы на себе. Чувствуете, да, вот такой пинг-понг. Они от нас ждут решения проблем, мы от них. И дальше мы пытаемся вот что-то построить. На самом деле все не так легко, как нам кажется. Хорошо. И у нас возникает с вами что? Иллюзия о том, что я войду в отношения или там вырасту и буду какая-то такая вот вся взрослая, здоровая, совсем справлюсь. И вдруг сталкиваюсь, что не так все просто. При таких-то ожиданиях и всей информации не так все просто происходит. И тогда я жду, что кто-то придет и что-то решит. Ну, вот этот принц на белом коне придет, или начальник, или еще кто-то придет и решит мои проблемы. И это какая позиция? Ребенка. Это инфантильная позиция. И с этой позиции, к сожалению, очень многие остаются и ничего с ней не делают. Даже пребывая в браке, растя детей, все равно остаются. И если вот посмотреть назад на своих предков, может быть, кто-то из ваших предков как в этой позиции живет. Еще у нас какая может быть позиция? Когда я все знаю, я все решаю, мне все известно, мне лучше, и тогда это такая родитель. То есть нас могли показать нам, как это правильно, если мама глава семьи была или бабушка глава семьи, то это можно вот так вот всех подавить, всех заставить, и тогда мужчина либо убегает, либо болеет.
таких отношениях. Ну и в любых отношениях человек хочет от этого уйти куда-то. Если есть у вас дети, то и вы такая все время, то дети по мере взросления тоже будут куда-нибудь убегать. То есть вот есть разные перекосы, и это все не мудрая позиция. Это все не то, что нам нужно для будущего. Еще что очень важно, нас никого не научили любить. Нас не любили. Почему я об этом так безапелляционно заявляю? Значит, я часто говорю, абсолютно всем нам с раннего детства не додали безусловной любви. Ее нельзя купить ни в каком магазине. Это точно совершенно. Этого можно научиться. Но когда начинаешь учиться, сталкиваешься с тем, что не так просто. Поскольку дефицит, и там не додали, тут вот такая недолюбленность и такая дырочка. Ну, как я говорю, кастрюлька с дыркой, и все, что не наложишь, все утекает. Тут надо вот с этим поработать. И, кстати говоря, в школе женской мудрости мы с этим обязательно работаем, чтобы научиться себя принять и любить такой, какая есть. И, естественно, тогда могу давать близкому. Потому что по всем многим философиям, даже восточным, это женщина дает любовь. Она дает любовь ребенку, дает любовь мужчине. А он, в общем, вот почему, да, мужчина, локатор, что он сразу находит там женщину, потому что ему она нужна именно для этого, получать от жизни. Ну, кроме того, что, конечно, связь с высшей силой и прочее, но это у кого есть, да, высшая сила. Тоже все очень непросто. 12-шаговая программа, она позволяет во втором шаге найти высшую силу, но не все же могут так легко освоить. Так, еще по поводу ответственности и сверхответственности. Ну, тире-безответственности. Потому что не передали вовремя ответственность за наши потребности. За нас много чего решали и делали. И так мы с вами выросли и не очень умеем. Какой-нибудь примерчик у кого-нибудь есть, как вот эта ответственность не берется вовремя? Или наоборот, навешали сверхответственность, когда у вас быстро родились младшие, и вас посадили сидеть с младшими. Вот это, да, нелюбовь складывается с раннего возраста, хотя, в принципе, брат и сестра самые близкие люди на Земле. А вот эта нелюбовь уже складывается. Родителям было некогда, их же нельзя обвинять, они работали много. Им было некогда, много дел всяких, много детей растить тяжело, если не один, тем более. Вот так. Или не дали ответственность. То есть как? Надо быстрее-быстрее. Пока ты там оденешься, пока ты поешь, некогда тебе быстро. Вот это тоже на нас с вами влияет. То есть нас растят не взрослую личность изначально. Я к чему? То есть мудрость-то где ее? И без взрослой позиции взять. А взрослость по Хеллингеру – это тогда, когда я уже не мама и не папа, когда я уже отделился, переоценил весь этот опыт. То есть мы все с вами приходим в эту жизнь с чемоданом. С чемоданом родительских установок, пониманий, стереотипов, каких-то видений мира. Очень, кстати говоря, глубоко это сидит, и вы, наверное, ловите себя часто на том, что «О, я как мама себя веду», или там «О, я как сейчас как папа делаю», «О, как я как старшая сестра или как бабушка, что-то я такое делаю». Хорошо, если вы это отслеживаете, вы можете сказать «Так, стоп, я так делать не буду, я сделаю по-другому». Я не говорю, что весь надо опыт выбросить, но его надо профильтровать. То есть чемодан-то надо этот раскрыть, особенно если вы входите в отношения, тем более раскрыть, потому что ваш партнер тоже с чемоданом. Этот чемоданчик открыть, оттуда вынуть, и что-то нам надо в этой жизни действительно применить, потому что что-то очень хорошее там было. Если ваши родители, вот если у вас в вашей семье есть такой прекрасный опыт, когда родители вместе прожили много лет, там 40-50 лет, вырастили детей, никто не разводился, никто не расставался, а все так, ну, как могли, так и жили, но вместе. Если много детей в семье, то есть это тоже ресурс. То есть если есть в вашем роду ветка, где много детей, это замечательная ресурсная ветка. То есть туда обратить свое внимание, подумать, как они там жили, как они растили, как они решали вопросы, трудности преодолевали, как. Это все очень поможет. А где-то есть сбой семейной системы, ну как, может быть, где-то есть химические зависимости у кого-то. Значит, это нам не надо, это мы не будем брать с собой в отношения, в брак, в собственную жизнь, естественно. Причем любые зависимости, какие бы они ни были, они все мешают и разрушают. Есть, конечно, иллюзия, что там пиво независимость, табак независимость, там кто-то говорит, ну подумаешь, там компьютерные игры или еще что-то. На самом деле очень хорошо переоценить, что мы делаем и как, потому что вот у меня была, причем четверо людей приехали из другого города на консультации. И они говорят, вот что вчера было? Вот ты сидел в своем телефоне, вот они при мне начинают выяснять, что вчера было. Оказывается, к ним приезжали гости, очень родные люди, близкие. И он говорит, да мы все сидели в телефонах. То есть представляете, какое время наступило? Приехали в гости пообщаться, да, что-то такое обсудить очень хорошее, повидать. И все сидели в своих телефонах каждый.
Как они пообщались? Они друг друга вообще видели? Вот бич времени. А ведь это же вот рождает зависимое поведение и зависимость и любви. Ну, уход от реальности, во что бы человек не ушел. Это все зависимость и созависимость. Я так чуть-чуть накидываю, просто я говорю как сбой, как вот то, что из чемодана надо что-то вынуть, что-то вытряхнуть, а что-то оставить. И даже когда мы с вами уже знаем, что делать, да, уже переценили вот это вот, уже поняли, ну хорошо, уважение действительно, там, аккуратность, да, там, безопасность, очень хорошо, уже что-то взяли, а что-то мне не надо, предположим, да, вот, я слишком много работы тебе, слишком следить, а чем-то мне не надо. Но даже когда мы знаем, что надо, что не надо, мы почему-то не можем это принести в свою жизнь. Мы сталкиваемся с тем, что я уже знаю, но не могу сделать. И очень часто, кстати говоря, сталкиваюсь с тем, что вроде как молодые люди, совершенно без всяких проблем не должно быть вот этих, независимости нет, ничего. И вдруг, я говорю, похоже, вы не разговариваете между собой. Действительно. Вот поговорить откровенно, честно, глядя в лицо, в глаза не можем. Почему? Кто знает почему? Боимся. Боимся. Не привыкли. Не привыкли. Не умеем. Много обид. Причем бывает, что такие переносы обид. Обижена на одного, а перенос на всех. А им мщу всех и не понимаю, зачем, и почему, и как я это делаю. То есть мы сталкиваемся с вами с собственными чувствами. Вот это слишком сильные собственные чувства, от которых мы зависим. И они у нас внутри. Это же химия. Вот чувство – это гормон, который вырабатывает, ну, наши железы, которые плескаются в кровь, и они у нас внутри. И нас чего приучили-то? Быть скромной, тихой, аккуратной. Ну, проглотить и там где-то держать. Почему потом вот на ранней стадии уже там у молодежи есть и язва, и там гастрит, и холецист, и все в животе. Все там зажали, дискинезия желчно-выводящих путей тоже, венецисосудистая точно, давление у нас в 10 классе уже, девочки с гипертонией, ну и мальчики, наверное, тоже. То есть вот с чем мы сталкиваемся, давим, все внутри. Я о чем? На школе женской мудрости мы тоже этот вопрос обязательно поднимаем. Не обязательно какую-то отдельную группу по чувствам, а вот прям... Там учимся, что с этим сделать и как с этим, ну, справиться. Потому что даже если я чего-то выбрала для себя уже хорошее из этого списка, я уже хочу этому соответствовать, я не могу, потому что мне никак. Именно мои чувства мне не дают. Так, что же делать тогда? Как вы думаете, какой тогда выход? Учиться. Учиться. На самом деле можно научиться. Действительно, в любом возрасте совершенно... Поработав, конечно, уделив этому определенное количество времени, хотя мы сейчас вот делаем эту школу женской мудрости не 9 месяцев, как она была в 3 этапа, а в 3 месяца, то есть я, да, постараюсь это сделать в 12 занятий, чтобы дать все азы, все домашние задания, там будут домашние задания обязательно, дать, и на каждой группе мы домашние задания с вами поднимаем, и что получилось, что не получилось, с чем справились, с чем не справились, что вышло, что не вышло, и что помешало. Потому что у нас с вами так, если мы получили домашнее задание, вдруг бац и забыли. И не помню уже, что было задано. Или раз и сразу весь листочек все потерял, даже где было записано. Вот это такое часто встречающееся явление, и это нормально. Это ничего у вас с головой не происходит. Это такая защитная реакция организма от собственной боли, потому что домашнее задание надоели со школы. А кто еще в дошкольное учреждение хотел с домашним заданием, подготовка к школе, если была, то тоже уже по. Уже по самые уши неохота ничего делать. Понимаете, да, если осознанный выбор, если я с желанием это делаю, если я действительно хочу поменяться, то мне никуда от этого не деться. То есть, ну, можем назвать это не домашнее задание, домашнее удовольствие, да, там, рост какой-то, да, развитие, вот, все что угодно. Важно, чтобы это было в кайф, и, конечно, все способы движения были. Значит, ну вот как тогда, как действительно секреты женской мудрости, то это, вот если... Негатив – это инфантилизм, это детская позиция нам мешает, то будет здоровая позиция. Как они вот это делают? Взрослость, взросление, да? Взросление и взрослость. То есть как это можно сделать? Вот сразу можете себе пометить. Просто начать отслеживать. Я сейчас делаю как маленькая девочка или как маленький мальчик, или я сейчас могу как взрослая. Как бы поступил в этой ситуации взрослый человек? Взрослый, серьезный, мудрый человек. Как бы я это сделала? То есть это вот реально начать. Это не как, может быть, делали даже предки или кто-то. Можно, конечно, чей-то образ взять, потому что в литературе я не говорю, что только проблемы. Есть очень такие фигуры, на которые хочется равняться. Можно сказать, да, как бы сделала вот этот персонаж или эта фигура, или, возможно, у вас есть соседка какая-нибудь очень мудрая дорога. Можно подумать, как бы сделала это Марья Ивановна, или как бы сделала моя бабушка в этой ситуации.
и применить. Можно из нескольких людей собрать такой образ и для себя сделать. Теперь, если здесь очень много подавления и делать как не хочу, то, естественно, будет мудростью, что? Хочу. Делать как хочу. И знать, конечно, чего я хочу. Потому что поскольку мы выросли в этих условиях, мы не очень с вами знаем, хочу я этого на самом деле или не хочу. Или я уже привыкла уже подчиняться тем правилам, которые действуют, тем посылам, которые, и, возможно, воле других людей, потому что мы не становимся отдельные от своей семьи. Мы же все равно, даже если живем отдельно от родителей, мы все равно ориентируемся, что я должна, как мне надо. И очень часто забываем, на самом деле, хочу или нет. И вот это «должно» заменяет «хочу». Поэтому, если у вас есть из чувства долга, вы что-то делаете, попробуйте всегда это переоценить каждый раз и поменять. Хочу и не хочу. Предположим, иду мыть посуду, ужасно не хочу, вся устала, с работы пришла невозможно, уже руки-ноги отваливаются. И что чаще всего? Да ну, эту посуду пусть она там лежит. И тогда она там еще два дня лежит. А можно. Ну и утром встала, опять она там лежит. Потом настроение опять пошло. Это не тот путь, да? Путь не взрослого человека, скорее подростка, да? Не вижу, не знаю, если убежал, ладно, пусть там кто-то. А позиция взрослого человека или вот, да, ответственного человека, или того, который знает, что он хочет. Я хочу, чтобы здесь было чисто. Я этого на самом деле хочу. Я так могу даже представить, вот сейчас тарелочки все встанут, да, ложечки, вилочки все, и раковина будет чистая, и все будет так замечательно, и я вот посмотрю и буду любоваться. И у меня сразу появляются силы это сделать. То есть попробуйте. Возможно, это не так просто, как я сейчас рассказываю. Но какое-то время себе посвятите, и если не получится, значит не получится, значит на два дня еще. И потом в следующий раз еще вернуться, когда появится ресурс. Вот очень важно, да, на это хочу, чтобы появились силы. Чтобы именно был прилив энергии. Тогда можно делать. Это второй принцип вот этой, да, мудрости и секрет. Теперь, во взаимоотношениях, конечно. Если мы строим взаимоотношения, если мы с кем-то собираемся дружить или встречаться, или строить действительно серьезные отношения, то, конечно, нужно очень грамотно посмотреть на того человека, которого я выбираю. То, что выбирает женщина. Все знают? И для меня это тоже было открытие, потому что всегда считалось, что выбирает мужчина. Женщину выбирает мужчину. Стоит там, когда-то, стоят девчонки, стоят в сторонке, да, и там лишние все, и ждем, когда нас выберут, там пригласят. На самом деле нет. Если брать животный мир, то вот два козла дерутся, а козлиха что делает? Она сидит в кустах и смотрит на это все. И она выбирает в этот момент, потому что не факт, что она выберет того, кто победит. Возможно, он слишком злой, и там распорол этому бок, и она его не выберет, потому что дети будут злые. Она выберет именно того, который достойно сражается, достойно побеждает. То есть у козлихи есть, вот в этой голове там какой у нее, правильный образ мысли. А у нас что? А у нас какой выбрал? Ну и ладно, стену пойду. Стерпится, слюбится, так и буду. На самом деле нет, выбирает женщина. Почему я говорю? Посмотрите на того человека, которого выбираете. Это не обязательно, да, партнер? Почему я говорю? Школа женской мудрости, она не обязательно. По взаимоотношениям. Хотя у нас там был целый курс по взаимоотношениям. То есть, вот тот человек, который со мной рядом, нравится ли он мне внешне? Потому что на внешности человека все-таки проявляется. Все его внутреннее содержание, как говорят, да, лицо зеркало души, глаза зеркало души. Конечно, посмотрите в глаза, посмотрите на то, как человек выглядит. Вот тут и будут проявляться те посылы, аккуратности и прочего, там, скромности и безопасности всего. Дальше я разговариваю, да, естественно, знакомлюсь и разговариваю, и я слушаю тембр голоса, что человек говорит, как, на какой жизненной позиции он стоит, потому что ценностная сфера очень важна. Мы обычно на эту тему, может быть, не очень думаем в первый день. Я, многие женщины спрашивают, так что, в первый день это все спрашивают? Да, в первый день, пока не влюбилась. Вы же понимаете, у нас во второй день уже там секс, уже когда думать? Когда в первый. Мы же в каком обществе? Это же так? Мы же никогда не встречаемся. Даже если мы подали всем заявление в ЗАГСе 3 месяца, ждем, мы живем в обычном месте уже все. Уже все, уже почти все беременны.
Поэтому, конечно, в первый день все. Смотрим на то, на какой жизненной позиции, на каких ценностях стоит. Почему? Мы ценности наследуем из семьи. Вот то, что мы с вами принесли из чемодана родительского, это там лежит. И с этим расстаться очень сложно, можно переоценить. Конечно, ценности человека, они меняются, насколько мы их из семьи берем, но в результате тяжелой жизненной ситуации, либо каких-то событий, мы, конечно, можем. Ну, с другой стороны, вот у нас с вами, у всех, у нас с вами здесь сидящих, поменялся строй. Вообще заметили, да, что строй поменялся с прошлого века на это? Хотя, может быть, кто-то здесь сидящий в 90-е родились, но уже перестройка, уже пошло все меняться. И теперь, конечно, власть денег и вот этого всего и накладывает отпечаток. И ценности поменять, потому что абсолютно все думают сейчас о карьере. Это правильно, что нам родители говорили, учились, учились, чтобы асфальт не класть и вообще шпалы не таскать целыми днями. Это так, потому что деньги никто не отменял, мы с вами не доживем до того времени, когда без денег можно будет жить. Да? Проблема не в деньгах, а в количестве. Поэтому мы с вами обязательно смотрим на то, что говорит тот человек, которого мы выбираем во взаимоотношения, на какой жизненной позиции он стоит. Видит ли он, да, что главная ценность у нас что вообще? Ага, кот, любовь, у кого еще? Семья, дети, вот карьера. Отношения. Карьера, отношения, супер. Жизнь. Вот единственный человек. У нас с вами на самом деле главная ценность — это жизнь. Мы главные люди в своей жизни, мы сами, и в нашей жизни, да, вот жизнь главная, а еще в жизни следующая ценность какая? Здоровье. Вот те, кто постарше, наверное, ощущают уже. Значит, вот главная ценность – это жизнь, вторая – здоровье. И если ваш близкий, которого вы выбираете, не думает о здоровье, а чаще всего сталкиваемся, едим, что попало, курим, пьем, натощак курим, и, в общем, дальше вот больше, да, не думаем о том, как мы живем, что мы, сохраняем ли мы свою жизнь. А мы же выбираем долговременные отношения, мы же не на сегодняшний, не на завтрашний день. Мы же собираемся строить долговременные отношения. То есть, в основном, да, на долгие годы, на всю жизнь. И тогда нам важно что? Чтобы этот человек хотел долго жить-то, не укорачивал свою жизнь и заодно нашу вместе с ним. Слава Богу, вышел закон о запрещении этого курения. А так-то все же прокуренные квартиры, один курит, а остальные-то... В сухом этом курении тоже все находятся, или один пьет, а другие тоже от этого страдают. Вот это такие серьезные вещи, на которые надо обратить внимание. Многие очень люди не обращают внимания, особенно на первых порах. Ну как же отношения возникли, ну надо же их сохранить, хоть какие, хоть что-то. А потом стерпится, слюбится, а я их буду так любить, что он потом изменится. Это обычный такой стереотип и иллюзия. На самом деле нет, смотрите сразу. Мало того, посмотрите, что у предков. Живут ли вместе? Много лет родителей, бабушки, дедушки, браки, или у них несколько браков у всех, и тогда это риск, потому что яблочко от яблоньки все равно далеко не падает. Это народная мудрость, ее никто не отменял. Можно, конечно, как-то иначе переоценить, потому что, да, я говорила, ценности меняются. Если мы с вами мудреем разговариваем, ценности меняются. Но лучше не менять, лучше сразу брать материал серьезный. И дальше смотреть, если там многолетние, живут ли там люди долго, если там кто-то есть, как, кто за 90 дожил, замечательно, можно брать, потому что это хороший ресурс. И дальше, вот, сохраняют ли отношения, то есть общаются ли между собой, потому что очень многие говорят, я из большой семьи, никому сестрам, братьям не звоню, со всеми уже переругался 5 лет назад, вообще никто с ними не разговаривает. Это о чем? Это как люди строят отношения? Они же так и будут. Я сама первый раз так вышла замуж. Я, значит, подумала, у него плохие отношения с матерью. Замечательно, значит, со мной будут хорошие. Он не будет маменькиным сынком, мы будем другие отношения. Фиг. Все отношения с матерью плавно переходят сюда, и все на меня. Дальше, конечно, мы расстались, да, развелись там через 20 лет. И он с мамой так и ругался до конца дней. Теперь он ушел, мама осталась. Мама теперь у меня. Понимаете, свекровь от первого брака теперь у меня. Но теперь я ее обожаю. Вот за 20 лет отработки я отработала это дело, и теперь ее, конечно, очень люблю, она мне родственник, и мы с ней душа в душу. Потому что мы с ней одинаковые, он выбрал, естественно, ее по мне. И первая моя невестка, когда она на меня посмотрела, думаю, о, это я в молодости. Вот она что-нибудь скажет, подумает, точно это я. То есть это стереотип, который вот внутри нас, никуда его не денешь. Уже учитывайте это, уже берите это на вооружение и знайте, что будет вот так вот. Как он с мамой, так и с вами. Понятно? Хорошо, вот это тоже из области мудрости. Значит, нравится ли внешний голос мысли, да, потом нюхаем же, обязательно на запах проверьте.
Одно дело вот не пахнет ничем там чем-то на дезодоранте, а с другой стороны, на самом деле, потому что, ну, теорию запахов вы знаете, очень много этих уже литературы есть, я даже одежду на продажу уже там по запахам у нас ловят, да, на рекламе. В общем, учитывайте это обязательно, обязательно понюхать. Вот этот брак вслепую, это не дело. Ну, может быть, в этом смысле правильно, что мы теперь живем в парах, прежде чем женимся, чтобы действительно друг друга понюхать заранее. Просто я вам откровенно говорю, это очень важная вещь. Важно. Да. Вот если брать даже вот эту ценностную сферу, да, какая у него есть, из которой он сходит, на какой он платформе строит, и вы на какой платформе стоите, то, может быть, подумать о вере Богу, потому что если вы верующий человек, то тот человек тоже должен как-то не против быть этого дела, и наоборот, и насколько вы принимаете, если это другая концессия, то есть вот об этом думайте. Ну, естественно, сексуальные отношения. Это, наверное, правильно, что мы это проверяем до брака. Ну, есть культуры даже, в которых, да, так и принято. То есть вы должны, конечно, совпадать вот в этом смысле, если это партнерские отношения с мужчиной. И вообще способен ли любить? Помните, мы с вами все недолюбленные, и всех не научили любить. И вот посмотрите на своего мужчину, способен ли он любить хоть кого-нибудь. То есть любит ли он животных, цветы, может быть, детей пока чужих. То есть посмотрите на это. И если этого недостаточно, то тоже об этом очень хорошо задумайтесь. То есть чемоданчик вот этот, первый день вытряхиваем во многом. Либо вот несколько дней ближайших, да, общаемся плотно для того, чтобы узнать друг друга, понять и никак не в это не вляпаться. Значит, какой еще секрет женской мудрости? То есть здоровая философия жизни. Что я имею в виду? Вот в школе женской мудрости я обязательно даю философию развивающего диалога. Она вообще природная. Это не то, что какой-то теоретический материал, откуда-то взятый, там кто-то придумал. Это на самом деле такое вот сущностное знание, которое у нас внутри. Я как это определила? Потому что дети, которые не умеют читать и им объясняют вот эту философию, они это впитывают мгновенно. Они мгновенно начинают ей пользоваться. То есть они это знают как-то там вот внутри, на химическом уровне. Мы с вами, видимо, тоже это знаем, но поскольку система воспитания вот такая вот, система подавления, то есть нас это выколачивают все время. То есть что туда входит? Уважение к себе и к другому человеку, контакт, истинный контакт. У нас с вами контакт какой может быть? Глазами, ушами, я только сейчас говорила, послушать, посмотреть, понюхать, потрогать, еще какой? А еще сердцем, а еще душой, да, а еще почувствовать душой. Вот это тоже не очень просто, поскольку нам вот этот канал-то не очень развивают, наоборот, мало ли что ты чувствуешь, мало ли что ты тут хочешь. Сиди, молчи, вообще лицо попроще сделай. Нас в туалеты не пускались, где дошкольное учреждение кто ходил в первом классе, если помните, вообще невозможно было никуда. Там, естественно, потребности задавили, не только там чувствование сердцем, а не душой. И поэтому вот это все восстанавливается. То есть мы учимся с вами, чувствовать свое близко на расстоянии. И когда души соединились, вот то, что я говорю, целое, становится, да, с мужем или там, ну, да, с близким человеком, мы становимся целыми. Когда души соединились. Вот в этом месте, когда мы вместе, никакие любовницы, никакие измены. Он еще только подумал, а я уже почувствовала. Он еще не подумал, еще не осознал, а я уже почувствовала. И если я почувствую, как мудрая женщина, не говорю ему, что ж ты, сволочь, о чем подумал. А наоборот, я делаю все, чтобы вот это дальше еще было крепче. Чтобы ему ничего не надо. Мужчины вообще уж, извините, при мужчин, они ленивы. Они никуда не уходят, если им здесь хорошо. Вот если мужчине здесь хорошо, он не уйдет никуда. Даже если глаз пошел уже на короткую юбку, там на открытый вырез, еще на что-то, то это только глаз, это только гормональный обмен. Вот никуда, ни рука, ни нога, ничего не поднимется. Никуда. Потому что здесь хорошо. Если здесь плохо, тогда, конечно, мы сами их вышибаем из этих отношений, сами их заставляем чего-то искать, но мужчины-охотники, все понятно. Значит, безусловная любовь обязательно в этой философии. И обязательно отказ от ожиданий. Вот это все, что мы с вами тут накатали, чуть не 20 пунктов, я тут сокращала кое-что, это все ожидания. От нас ожидали, и мы привыкли ожидать. Ожидать от себя, от своих близких, от партнеров, от детей, и дальше с этим грузом ожиданий так и несемся. То есть чемоданчик своим близким накладываем еще один. Мало ты родительский волокешь, еще мой возьми. Значит, вот полный отказ от ожиданий и превращение это... в совершенно другую философию, в веру в человека.
Мне легче всего это через веру в Бога, хотя в развивающем диалоге Бога нет как такового, ну, нет догматичной никакой теории по этому поводу. Просто если есть душа у каждого человека, то вот я верю, что эта душа его ведет тем путем, который его. Это очень непросто, я сейчас вам накидываю более-менее, да, темы, которые будут в этом. Но если вы по этому вопросу продвинетесь, то действительно мудрость приходит. Вот люди, которые начинают жить в этой философии, вот такой, как я ее называю, да, здоровой жизненной философии, они действительно очень продвигаются в своих отношениях. Потому что даже те отношения, которые сейчас у вас, вы можете изменить. Вы можете их, ну, так скажем, совершенно новый уровень вывести. Вот с тем, с кем не мог строить отношения, не мог договориться, не мог друг друга понять. И вдруг раз, и становится все понятно. И мы можем договориться, и вырасти, и человек меняется, и я меняюсь. И это удивительно, потому что семья – это система. Если один в ней меняется, все меняются, остальные тоже. Медленнее, конечно, но удивительно. Потом смотришь и удивляешься на все. Теперь, значит, говорила уже о чувствах, то есть один из секретов женской мудрости – она умеет справиться, или тот человек, который мудрый, он умеет справиться со своими чувствами. То есть он не то, что их дарит туда, чтобы там все замыкало, а наоборот, по-здоровому умеет с этим расстаться, если уж очень острые чувства. Либо, я уже с чем столкнулась, что не просто отработка чувств, стимул, реакция, опять отработка, да, опять что-то произошло, опять чувство, опять отработка. А вообще поменять свое восприятие так, чтобы уже вот эти внешние раздражители и не мешали жить. То есть уменьшается количество страхов, уменьшается количество гнева, меняется характер. Поменять характер тоже реально. Я не скажу, что мы успеем это за 3 месяца, но, по крайней мере, за этого я, конечно, покажу в школе женской мудрости. Как он поменяется? Как, чего вы можете достигнуть? И с чем справиться? И, естественно, все делать осознанно. То есть в каждый момент времени осознавать, какой смысл того, что я делаю. То есть вот сделать такой подход осмысленный. Жизни. У нас есть тоже книжка «Осознанность», по-моему, есть еще, она, правда, толстая такая, но вот хорошо, что сейчас современные психологи стали об этом писать. Не просто делай так, делай как я там, да, надо тренироваться, а именно осознать, что, как ты подходишь к этому, что ты можешь сам изменить, именно переоценив сам. И еще, естественно, легко использовать все вот эти знания. Вот это тоже как принцип женской мудрости. Потому что у нас с вами всегда есть свобода выбора. Мы вообще в любой момент времени принимаем решение о выборе. И информация идет извне, мы сами принимаем решение, в какую сторону двинуться. На какую тему думать или не думать, что оттолкнуть от себя, что взять. Вот свобода выбора, делать его свободно, это признак мудрости. И, естественно, уверенность в себе. То есть я в себе уверена, в своих силах. Я знаю, что если моих сил мало, я знаю, где их взять. Где мне их, ими подпитаться, на что я опираюсь, что меня подпитывает в этой жизни, кто меня бережет или что меня бережет. Вот это тоже очень важный момент. Вопросы есть? А мужчины тоже должны работать со своими ожиданиями? Да. Они же об этом не знают, что у них тоже ожидания какие-то. Мужчины на самом деле знают, что к ним ожидания есть, и они ожидают. Другое дело, где они вот эту философию, да, могут взять и как они могут с этим поработать. Я не против, что если мужчины будут ходить на школу женской мудрости, это будет такой свежий взгляд мужской. Почему бы нет? Да, мы все задания можем выполнять также параллельно. Мы, предположим, выполняем ранг мудрой женщины, а мужчина будет выполнять ранг мудрого мужчины, либо также наполнить ранг мудрой женщины, что с его точки зрения мудрая женщина. И нам будет интересно, мы же себя увидим когда? В другой половине. Это будет очень здорово, если придут мужчины. У нас, правда, вот в первом курсе не было мужчин, но если они придут, будет здорово. И есть такие тренинги даже, да, когда мужчин специально приглашают, чтобы услышать их обратную связь. Что они до нас думают, как они до нас воспринимают.